Вот ты примерил массу образов, да? От, начиная Бритни Спирс, заканчивая Аллой Кудлай. Опыт вот сейчас... уже большой, да. Да. Скажи, пожалуйста, вот есть образ, который тебе нравится, который тебе хочется сказать спасибо? Вдохновляет. Да. Вот ты прошел через такие испытания. Есть то, что понравилось, то, что прошло через себя? Ты знаешь, после такого контраста, как Алла Кудлай, даже вот Рома Зверь, который у меня будет. Уже кажется. Уже просто, да, типа, аллилуйя, типа, хорошо хотя бы. Уже мужчина, и то хорошо. Хотя бы мужчина. Рома, извини, у меня самолет, Москва. Париж, Милан, Москва. Рома, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела. Ну, Рома Зверь, понятно, что он больше рассчитан на молодежную аудиторию. Ну, да. В жюри у нас все-таки люди повзрослее. Как, ты не считаешь, что это будет слишком сложно? Мне кажется, наоборот, у нас и так много серьезных номеров, а Рома Зверь достаточно такая музыка драйвовая, ну, такая легкая, хочется потанцевать. То есть по звуку тут самый настоящий гидропарк. Зато его как любит публика. Малолетки просто от него пищат. Два часа поболтать. Нет, опять поболтать, у тебя получилось вокально. Хочется поболтать. И тебе пора бежать. Так, забудь, что ты умеешь петь, забудь. Это будет что-то новое, кардинально такого еще не было. Добро пожаловать. Спасибо. В лифт, прошу. Волшебный лифт сейчас через секунду превратит Васю в лидера группы «Зверь». Тебе пора бежать, ехать, а потом лететь. Останься навсегда, а в ответ послушай, эй, останься все, пока. Ром, извини, пожалуйста, я правда узнала об этом только сейчас. Рома, извини, но мне надо бежать, дела, пойми, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет, Москва, Париж, Милан, Москва. Рома, извини, но мне надо бежать, дела, пойми, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет, Москва, Париж, Милан, Москва. Москва, Милан, Москва. Люди есть города, город как большой вокзал. Нет тебя, потом меня, опоздал, опоздал. Ты болтал, я молчал, хочешь да, а хочешь нет. Я уже примерно знал, что ты скажешь мне в ответ. Рома, извини, но мне надо бежать, дела, пыли, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет, Москва, Париж, Милан, Москва. Рома, извини, но мне надо бежать, дела, пыли, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет, Москва, Париж, Милан, Москва. Москва, Милан, Москва. Неотложные дела, все полгода ни о чем. Все полгода болта мне, самолеты ни при чем. Я готов был бросить все, чтобы быть с тобой всегда. Эй, подруга, что с лицом? Созвонимся, все, пока. Знаешь, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела, дела. Знаешь, извини, у меня самолет, Москва, Казань, Ростов, Москва. Знаешь, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела, дела. Знаешь, извини, у меня самолет, Москва, Казань, Ростов, Москва. Москва, Ростов, Москва.
Браво! Рома Зверь на канале Украина! Настоящий зверь! Господи, шоу на деньги попало. Посмотри, гитару поломал. Здесь тоже все, в общем-то, я не знаю, клавишника, подается это починки. Клавишника обидел. Все. Рома, ну ты зверь, конечно, вообще. Я понимаю, что ты хотел этим сказать. Ром, все фанаты интересуются, где ты пропадал последние 2 года? Я был в Австралии. Так, это какой-то город на севере России? Казанская область. Казанская область. Понятно. Ну что, мне все ясно. Я все увидел. Я увидел Рома. Вот он. Дышит тяжело. Псих. Псих. Признался. Даже кто псих? Ты или Рома псих? Рома псих. Рома псих, да? Ты нормальный? Ну, сейчас дадим слово жюри. Пусть они скажут. Псих ты или талантливый артист. С кого начнем? Гарик. Гарик. Очаровательная улыбка зависла на лице, знаете, как в компьютерах зависает. Вася, я могу просто сказать, что если бы вот Рома Зверь действительно был таким, я бы был его поклонником. То есть я мне очень... вот это реально круче, чем то, что я видел в оригинале. То есть шла твоя энергия, ты молодец, ты настоящий артист, все мне очень... Я, кстати, за бас-гитариста переживал. То есть, он все время играл на одной ноте, но танцевал очень здорово. Вот. А у тебя все вообще, ты даже умудрялся брать уменьшенные аккорды в этот момент. Молодец. Так, отлично. Андрей. Нет, я смотрел на этот номер и думал, что, знаете, вот когда зритель смотрит со стороны, когда работают такие коллективы, там, группы такие, и такая, ну так клево, ребята, веселятся. И вот я смотрю на Васю, который уже вот 3 минуты не может отдышаться. Это человек спортом, ты же сколько там километров в день бегаешь? 10, говорил, да? Это человек каждый день бегает 10 километров, смотрите, еще до сих пор какое дыхание. Солнце это очень поближе. Сложно. И это... Молодец, спасибо. Олечка, я вижу, ты уже взяла микрофон. Ничего, что... Василий, вы меня так потрясли в образе Аллы Кудлай, что я теперь к вам пристрастна. Вот, мои симпатии велики, это было некое такое культурное потрясение. Ну а сейчас, конечно, просто потрясающе, что вот такие диапазоны, такие вот шоу дают такую возможность куда-то нырять, просто не знаю, куда идти в темный лес, не видя ни одной тропинки. Вы были великолепны, действительно, вы были безумно заразительны, и действительно хотелось бы еще раз переслушать группу «Звери» в вашем исполнении. Кто тебя может остановить, скажи мне? Нет, я просто, знаете, что подумал? Вась, тебе обязательно нужна такая какая-то песня. Вот действительно, тебе очень идет, раз ты так энергетики добавляешь это все. Может, вообще переквалифицируйся, группу себе возьми. Спасибо большое, Сусанна. А сегодня вот, да. Вот действительно такая зверская подача. Ну, я не знаю, если звезды зажигаются, да, значит, это кому-то нужно. Ну, Вася, жги дальше. Спасибо, Вася, спасибо. Какой ты клевый, ты просто... Я сдам билет в Москву, честное слово, я да. Все поняла, намеки. Я с тобой вместе, я... Да, Вася, давай. Извини, диван. Прошу. Какой Вася стал сразу востребованный, а? Посмотрите.